средиземноморском курорте продолжается празднование недели Диравелло. Ежегодный фестиваль проводится в честь действующего главы государства, генерала Себастьяно Диравелло. Настоящее безумие! Вот так. Взрыв предотвращен. Диктаторскому режиму Диравелла свойственны множественные, хотя и неподтвержденные, нарушения прав человека. Некоторые из диссидентов предположительно были осуждены на принудительные работы, добычу заграничного Бавария. Другие же попросту исчезли. Мощь Бавария никому не должна служить. Пожалуйста, сынок! Пожалуйста! Сжечь его! Переходим к прямой трансляции пресс-конференции самого генерала Диравелло. Не могу сложа руки наблюдать, как Ну что за бред? Ты веришь этому парню, Рико? Будем в зоне высадки, через 4 минуты. Я пришел к тебе с приветом, Рико. Рассказать, что солнце встало. Пора повеселиться. Шелдон, ну и где всякие хорошие штуки? А, почем я знаю? Может, ничего хорошего и нету? Это для повстанцев? Или для Диравелла? Что именно, то или это? Мне бывает сложно уследить. Вижу, с Панау ничего не изменилось. Но тут уже ничего не поделаешь. Видишь ли, Диравелло сидит на целой куче Бавария. И получается, что он самый лучший друг агентства. Это был мой дом, Шелдон. Тогда с возвращением домой. Не забудь 45-й калибр. Так что, ты встречаешься со своим другом, да? Да, с Марио. Я 100 лет его знаю. Славно, славно. До зоны высадки 2 километра. Должно получиться. А теперь... Что? Что ты задумал, сынок? Кое-что хитрое. Поехали! Пожелай мне удачи! Зачем? Раньше она тебе была не нужна! Чертов ловкач! Ракеты ПВО!
Это ты? Си, это я! Марио! Поднимайся сюда и помоги мне! И поскорее! Здесь милиция! Бей их! Да, спорю, что милиция не ожидала встретить Рико Родригеса. Штопы их! Рико! Давно не виделись! Сколько же прошло лет? Но ты очень вовремя! Милиция Деравелло меня бы прикончила! Неплохо, Марио. Ты кое-чему научился, пока меня не было. Да, и ты не потерял сноровку, а? Но ты по-прежнему лезешь на рожон, а надо сидеть в укрытии! Настоящее безумие! Я видел, как летит твой самолет! Няу! А потом ты такой зуба! Зуба! Просто невероятно! Да я... Я рад, что ты вернулся. Я рад тебя видеть, Марио. Повстанцы в беде. Надо идти. Эй, Марио! Я поведу. Поскорее, Рико! Нажми, Рико! Так ты теперь мятежник. А, ты же знаешь, как бывает. Одно за другое, потом бац! Марио Фриго взял дробовик и сражается с Деравелло. Не на ходу. Спорю, пушка еще работает. Ха-ха! Рико, ты гений! Расцеловать бы тебя! Ну, дай мне удар!
Они нашли Дайму. Она окружена на ферме. Ситуация безнадежна. Ферма для нас потеряна. Долго не продержимся. Запрашиваю подкрепление. Рико, ты свободен? Надо ее защитить. Встретимся там. Нет проблем, Марио. Можешь взять вертолет, фратре. Получилось! Как тебе, а? Ну, то есть у меня получилось, а ты помогал. Из нас бы вышла отличная команда, Фриго и другие. Хоть кино про закадычных друзей снимай. Ух ты, а я классно выгляжу. Да, вот ты где. Дайма! Дайма Алиумар Аль-Масри! Лучевая кость не раздроблена? Ладьевидная цела? А, эта модель крюка устарела. Это настоящая древность. Ее давно пора улучшить. Заходи ко мне, когда будет реально. Или осуществимо. Дайма, я тоже рад тебя видеть, Дайма. О, привет. У тебя все еще старый крюк. Загляни ко мне за улучшением. Восстание в Медичи — опасная затея. Пойдем со мной. Я покажу тебе кое-что, не связанное с клонами. Идем. Улучшенная модель. Мы можем приступить к испытаниям. У тебя остался твой парашют? Си. Отлично. Я довольна, что нам удалось снизить число аварийных отказов. Конечно, мы были осторожны и думали о безопасности.
Дайма. Помнишь Гватемалу? Я не гожусь для работы в поле, и тебе пришлось меня спасать. После Гватемалы мне поручили изучать Баварий. Любопытно, что Баварий встречается только в Медичи. Он обладает магнитными свойствами. А в очищенном виде может стать мощной взрывчаткой. Или почти бесконечным источником энергии. Ох, Рика, Баварий попал не в те руки. Мы это исправим. Я знаю, что могу рассчитывать на Марио Дайма. А на тебя? Я сделала много ошибок, Рико. Чтобы исправить их, надо действовать, Дайма. Да, но я... Впрочем, никаких отговорок. Я помогу. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Поможешь мне испытать кое-какое оборудование? Рика, запусти крюк, а когда будешь сматывать, открой парашют. Нет, нет, надо быстрее. Открой парашют до того, как достигнешь точки сцепления. Хорошо. Теперь попробуй еще раз. Исключим везение новичка. Отлично. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Сюда! Сюда! Что такое? Вот так. Взрыв предотвращен. Взрыв? Безопасность прежде всего. Ты в порядке? Да, идем. Я в порядке. Если с конструкцией что-то не так, я должна буду это исправить. Ты же не боишься летать? Нет, конечно нет. Агент боящейся высоты. О, это повстанцы. Салют, салют! Салют! Что ты со мной сделала? Торжество технологий. Твой крюк усовершенствован. Вероятность случайного отделения конечности стала меньше. Теперь ты можешь цеплять сразу два объекта и притягивать крюк. Твой друг Марио предложил назвать устройство крюкохват 03, но не думаю, что юридический отдел согласится. Думаю, начать можно с поста Гвардии Альфа. Может, выломать ворота? Да. Так путь на аванпост будет открыт. Я обратила внимание, что повстанцы плохо лазают через заборы. Наверное, мало каши едят. Я знаю, ребята, что было непросто. Но это все меняет. С этой штукой можно будет разнести весь аванпост. Причем без единого выстрела. Вот теперь хорошо. Я вхожу.
работает. Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. Что за неряшливая работа? Это не фаервол, а решето какое-то. Кто им сеть устанавливал? Бабуины? Ладно, проехали. Можно было просто покричать. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. И как удачно. То есть неудачно. Нет ничего удачного в трагедии. Это возможность испытать новое изобретение. Что это такое? И предотвратить катастрофу. Подними руки. Вот так. Что ты делаешь, женщина? Готово. Теперь у тебя есть вингсьют. Можешь летать. Начинать лучше рядом с обрывом. Долети до моста. Надеюсь, сработает. Иначе нам конец, Рико. Мы должны сделать все как следует. Дайма! А вингсьют-то хорош! Возможно, не сообщила. Я дала тебе GE-64, опытный образец, с бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста! Иду к точке наблюдения. Бойцы Диравелла движутся быстро. Пожалуйста, поторопись. Готов к прибытию конвоя. Вояки Диравелла даже не поймут, что случилось. Отлично! Рекомендую подобрать броскую геройскую реплику. Или... Подожди, я засекла вертолеты на подходе. Рядом две установки ракет «Земля-воздух». Отмечу их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Найди панель управления ЗРК. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее! Кажется, получилось. Я завел себе новых друзей. Спасибо, Дайма. И
Спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Ответь, Рико! Алло, это я, Марио! Марио Фриго! Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Заходи обязательно. Прием. Откуда у тебя комлинк, Марио? Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? У всех? Прием. Дались тебе эти комлинки. Бабушка уже на кухне. Не опаздывай. Прием.